Привет, с вами я, Кирилл, и пока я здесь еду, здесь все плохо. И сегодня не настроение. Сейчас меня вызвал босс, начальник. Говорит, приезжай в офис, там для тебя задание. Долго мы едем из-за того, то, что он живет почти на краю своего города. Это очень плохо. Но зато получаю зарплату очень большую. Когда доедем, я включусь. Короче, я уже доехал. Вот это здание. Сейчас туда будем заходить, и я установлю запись, когда я выйду. Фух, посмотрим, что за задание. Короче, задание сложное. Надо рассчитать, как во сколько и как надо. Ну, строительство там будет скоро. Он сам там виноват, подряд. Вот. Строительство здания этого. Это здание называется Mobile X City. Но очень большое. Это целых там 30 этажей. Не понимаю. Зачем мы сюда заехали, я вам расскажу потом. Так, что-то... Какие-то лаги... Все, вот так пойдет. Влазим из машинки. Нужно это кое-что пойдет. Багажник надо. Короче, будьте здесь, я скоро приду. Так, короче, мы уже там поместили. Говорят, показывать нельзя вам. Вы понимаете, почему он меня показывает, потому что это секретно. Включай музыку. Погнали. Ну, быстрее. Кстати, скоро в Новый год перееду. Я буду работать другим, наверное. Другим. На другую работу, точнее, поступлю. Там уж я надеюсь, буду хорошо ездить. Короче, бензина не хватит. Надо это заправиться. Оу. Вот так заезжаю, пока никто не будет. Заправились и погнали. Путь предстоит долгий, но другой город придется переезжать. Ну, это в другой серии или в этой, ну, не знаю. Ну, короче, задание вам сейчас расскажу. Я забрал этот груз.
мне надо перевести в другой город, в другую страну. Страну в Италию, а живем мы в Москве. Это полностью пипец. Конечно, я не поеду, но это я оставлю дома. Точнее, не дома, а около аэропорта. Там будет, ну, понимаете, сейчас мы пойдем в аэропорт. И там, ну, короче, я включу запись, когда будем около аэропорта. Прощай, М5. Я уезжаю в другой город. До встречи, короче, в новом городе. До встречи в новом городе. Короче, вот мне дали, я уже в новом городе, и вот, короче, мне дали это. Новую машину. Это Lexus X какой-то, я не помню, я плохо разбираюсь. Короче, груз в багажнике, ну, город, я только что прилетел. Я еще не знаю, что здесь, кто находится. Сейчас поедем изучать, конечно же, изучать поедем, а потом уже груз и отвезем. Это мы быстро. Все понятно, что сюда не надо заезжать. Потом что слагается из-за того, что камера дрыгается. Так, к этой тачке я еще не привык. Как дальше стоит. Короче, будем в другой серии узнавать это город. И сейчас я должен заехать в администрацию и отдать груз. Груз он такой, ну, небольшой, но очень дорогой. Короче, вот мы почти приехали. Все уже приехали. Администрация вот здесь находится. Короче, я остановлю запись, когда мы будем около другого магазина, около банка. Короче, едем мы в Сбербанк, чтобы мы могли купить здесь новый домик. Мне уже, как сказать, понравился этот городочек. Здесь я куплю как себе, ну, не дом, а, понимаете, и там жить буду. Короче, вот Сбербанк. Я обратно установлю запись тогда, когда я буду около нового дома. Вот около нового дома. Вот можно смотреть, где я нахожусь на карте. Вот здесь надо запомнить. И делаем скриншот. Вообще нам скриншот сделать, я уже понял, где мы находимся. И по моим расчетам это очень близко. Просто так едем по прямой. Хорошо. Давайте сейчас я вам покажу салончик. Внутри. Вот этот салончик. Здесь есть. Ну, здесь есть все, как в моей М5. Ну что ж, всем пока. С вами был я, Кирилл, или как меня называть, Кик. Ну что ж, всем покедова.